До самого ремонта еще далеко. Пока идут только подготовительные работы. В районе торговых центров на Московском начали срезать асфальт. Ремонт обещали проводить ночью, а вот подготовка к нему идет днем. Пока дорожная техника помех для автолюбителей на Московском шоссе не создает. Сейчас рабочие демонтируют барьерные ограждения. Юрий на Московском бывает часто. В этот раз приехал в торговый центр. Он считает, что самую протяженную рязанскую дорогу давно пора ремонтировать. Отлично. Дорога будет хорошая, а то постоянно разбитая. Я считаю, правильно. Везде надо давно заняться этим делом. Ранее рязанские электронные СМИ писали, что Московское шоссе ремонтировали в 2013 году. Однако, как выяснилось, работы были выполнены с нарушениями. В 2015 на Московском шоссе был ремонт проезжей части моста через реку Павловка. В сентябре 2016 года на проблемных участках был гарантийный ремонт. Время потеряно. Впереди дожди. Ну чего? Сейчас срежут, как обычно, положим асфальт в лужу. Летом же ничего не делали. Вот и все. А вообще ремонтировать, конечно, надо обязательно, потому что сплошные ямы, что там, ездить стыдно, и перед приезжими стыдно, и самим неудобно ездить. В этом году отремонтируют около 400 метров Московского шоссе. Работы проведут от железнодорожного путепровода до дома номер 5 на Московском шоссе. Второй этап ремонта будет завершен к 1 сентября 2019 года. Бюджету Рязани ремонт обойдется в 175 миллионов рублей. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».